сюда вот? Да. Like what? Не очень рога получились. Что, барат что-то придаешь, у нее язык вытянулся? Или не язык? Рот. Так, а вы все пристегнулись? Да сейчас уже приехали. Нет, я нет. Проверено здесь, мин нет. Да? Это озеро, папа, да? Там крокодилов нету. Так ты говоришь, пляж, он как бы озерный пляж получается? Да. Нет, хотите в море, да ради бога. На озере, по-моему, лучше. Теплая вода, нету волн. В море покупаться-то вы как бы особо не сможете. Еще в тысячу раз накупаемся, вот о чем речь. И раз здесь оно через переш... Так, едем по городу Миримбола. Здесь мы купили удочку, червей, лицензию. Едем на место, которое нам подсказали вообще. Все условия. Он говорит, вы здесь можете ловить рыбу везде. Можете ловить здесь близко, можете подальше в море, можете далеко в море огромных тунцов. Говорит, ради бога, где хотите. Так что у них получается выгоднее купить себе удочку, все это, чем там нанять кого-то или что-то. Это очень дорого у них все. Сделай сам, это дешево. Не, ну мне понравилось, как он сказал, что лучше время, когда это, рыбу ловить. Когда ты не работаешь. Вообще, говорит, конечно, как бы лучшее время это утром и вечером. Но, говорит, вообще можно в любое время ловить. Юный рыбак с длинной-длинной удочкой. Ловить рыбу в океане это как-то вот так вот. Здесь я рыбачил первый раз и словил две рыбки. И очень-очень этим горжусь. Ручник поставь. Ручник. Он на паркинге. Все равно ручник поможет поставить. Давай. Give me. А, у него мышцы там прям. Вот хорошая. Вообще странно. Руслан, сверху она. Как? Ну сбоку. Ну сбоку. Не, она согнулась сюда и как-то вошла. Ну как может войти? Там много веток раз, бут, да. Вы need only rubber and rubber with glue. We got what we need. Все, что нужно, все возьмем. I understand. It's good.
Не надо, ты давай, дуй отсюда, а? Давай, иди. Захар хочет помочь очень сильно. Там починка происходит. Реали. Поворот не туда, мы заводимся. Ну, скоро надеемся, что нам бабуля или машину починит. Либо заберет вас Диму. Да, или Дима останется здесь. Выйдет замуж. Вот Дима и нашел, наконец-то. Встречу жену. Искал, нашел. Кафе Берлин. Местечко Генова. Вот мы здесь сидим, вокруг вообще никого нету. Какой-то вон отель-мотель интересный такой, странный, маленький совсем. Вот, ну, вокруг все, и поля, вот вокруг все. Ну, шоссе А1. Мы по нему, собственно, и ехали, вот мост здесь. Внизу улей, если он есть, вон улей. Овечки есть. Так, что там у нас с машинкой? Не подойдет он. У нас буква Г. Я так понимаю, она хочет от него кошку отрезать кусок и захмутать. Да. Ой, какая киса. Раньше была заправка здесь. О, тут. Ага. Скажи, как ты сегодня загорела? Да. Хорошо. Розовенькая стала. Не будет болеть тебе ничего? Ну, я надеюсь, не будет болеть.